Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo. Перед нами Motorola Moto G41, и в этом видеоролике мы вам покажем, как войти и пользоваться Pro-режимом камеры этого устройства. Для этого мы открываем саму камеру и в камере в правом нижнем углу нажимаем на три вот эти палочки, после чего выбираем здесь режим профи. Вот мы и попали в Pro-режим камеры. Что же с помощью него можно делать? Здесь можно настраивать, во-первых, фокус. Если фокус ближе к левой стороне к цветочку, значит телефон фокусируется на каком-то объекте, который находится прямо перед камерой. Если ближе к правой стороне, то телефон фокусируется на каком-то объекте, который у нас находится вдали, к примеру, на каких-то горах, каком-то доме на заднем фоне и чем-то в таком духе. Второй пункт — это баланс белого. Если баланс белого больше к левой стороне, значит у нас фотография холодная, к правой — теплая. Выдержка. Выдержку можно увеличить или уменьшить. Она влияет на то, сколько телефон света схватит, и на скорость съемки. Ну, в основном она меняет яркость. ISO тоже можно настроить. Плюс можно настроить яркость картинки. Ближе к левой стороне темная картинка, ближе к правой она будет ярче. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.